Перед проходными автоколонной памятник знаменитому ПАЗику. 300 таких автобусов составляли основной парк предприятия еще с 1976 года. Их средний пробег – более 800 тысяч километров. Сегодня на смену почетным ветеранам приходят современные ГАЛАЗы. Они-то в скором времени и отправятся в Сочи. А пока наравне со всем подвижным составом проходят проверку на комфортность, а главное – на исправность системы отопления. Механик АТК подъезжает и подаете заявку на ремонт. Автобус, не прошедший контроль, отправляется на ремонт в мастерскую, а ему на смену из резерва автоколонны тут же выделяется другая машина, чтобы пассажиры ни минуты не потеряли в ожидании рейсового автобуса. Было проверено 37 автобусов. Из них выявлено одно – нарушение неисправности системы отопления. Ежедневно в автоколонне номер 1788 на линию выходит около 300 единиц подвижного состава. 37 автобусов отправятся в Олимпийский Сочи. Их управление доверено лучшим из лучших. 95 водителей из Подольска сейчас проходят специальную подготовку. Я воспринял, конечно, с радостью. Было очень приятно, что организация оказывает такую честь. В таком теплом и комфортабельном автобусе любой пассажир захочет прокатиться даже в дальние края. Уважаемые пассажиры, следующая остановка – город Сочи. Елена Никозакова, Елена Филина, Владимир Новиков, Подольск, Новости Подмосковья.